Укололись почти миллион, именно столько саратовцев привились от гриппа. Защитить себя от вируса можно было бесплатно отечественным препаратом или за деньги импортным, хотя, как говорят медики, принцип их действия схож. Последние несколько недель в городе сделать прививку можно было даже в передвижных пунктах. Такие действовали на набережной космонавтов и в некоторых торговых центрах. Защитить себя от болезни еще не поздно. Сделать это можно в прививочном кабинете в поликлинике по месту жительства. Пригласить медиков можно даже к себе на работу, если в вашем коллективе больше 10 человек. Для этого нужно обратиться в Центр иммунопрофилактики на Астраханской, 88. По данным Роспотребнадзора, каждый год гриппом болеет до 15 Населения земного шара. В Саратовской области на данный момент эпид-порог не превышен. Традиционный рост заболеваемости ожидается в конце февраля-начале марта.